Программа «Персона со вкусом» и я ее ведущий Сергей Мазанов. Сегодня мы научимся готовить простые и понятные блюда и познакомимся с самыми интересными людьми нашего города. Я понимаю, насколько вы занятой человек, что вся культура области – это дома культуры, музеи, библиотеки, всякие театры и все-все-все прочее. А все на ваших хрупких женских плечах. Вот свободное время вообще бывает при таком ритме жизни, при таком графике, режиме работы? Что интересно, свободное время тоже, получается, отдаю культуре, потому что у нас в городе очень много разных премьер, очень интересные спектакли идут. Вы знаете, что театры у нас на любой вкус. Вот солидно звучит, когда шеф-повар аж сети ресторанов просит ему подсказать. Чувствуешь себя как-то вот на высоте. Главное, я боюсь упустить момент, когда можно забрасывать мое. Я всегда, кстати, боюсь, что будет брызгать. В таком объеме нет. А все так... Каску. Разбежались. Я предлагала на той лопатке. Отходи. Поднимай. Вот это я и боялся. Вот это я и боялся. Что будет. Так все задумано. Это специально. Только не поджигаем. Твой рецепт получился? Мы исправили ситуацию. Ну, замечательно. Молодец. Ну, мы исправили благодаря кому? Бренд-шеф. Татьяне. И Татьяне. Кто мы в жизни без женщин, а, Сергей? Спалили бы сейчас эту прекрасную студию в прекрасном центре, а?